очень прошу. Ну хоть развилки подбросьте, а то у меня с 4 утра на ногах. Даш, ну подожди, пожалуйста. Вы ничего не слышите? Нет. Звук какой-то. Чушь какая-то. Ну, может, подвезете нас? Не могу. Красивая Я вперед пойду. Выгоните. Открой, пожалуйста. Давай. А сама не можешь. Mm-mm. На.
Спасибо. Что с ним? Что он сказал? Не знаю. Что с тобой? Скажи что-нибудь, не молчи. Случилось? Нет, ничего. Со мной уже было так однажды. Серый, влипни. Нас же во всем обвинят. А ему мы уже ничем не поможем. Все сказал. Как хотите, я сматываюсь. Подожди. А чего ждать-то? Пока приедут мотоциклы от него. Я без номеров. Мне братан голову отвернет. Да подожди ты, я не про это. Отвези Настю домой. Вызови скорую и ГАИ. А может, я с тобой останусь? Быстро, Серый!
Я угол один. Киселев, у вас есть? У меня все есть. Помоги оттащить. А что это? Я не знаю. Сначала голос какой-то был, потом все смолкло. Приемник, наверное. Ладно, разберемся. Пойди умойся. Грязный весь. Почему не помочь?
Здесь красивая местность. Киселев, черный у тебя юмор. Я сам. Я смотрю, у вас тут хлебный фургон. Свяжись со станцией переливания крови. Правильно, по станции. 76-85, 17-я бригада. Ответьте нам. Скажите, диспетчером. Первую больницу нужна кровь. Первая группа, вирус положительный. Спасибо за информацию. Да не за что. А что с ним? Разрыв печени. Довести бы. Ты с ними поедешь? Да. Киселев, а что у тебя в фургоне-то? Известно что. А ну-ка, открой. А еще что? Ну как ты, Игорек? Стоять! Стоять, я сказал! Ну ты дебил, только в голову, не целься. Не дергайся. Обычной схеме. Блокируем район. Захватываем почту, телеграф, телефон, автостанцию. И подаем сигнал. Твой носитель обладает информацией о телескопе. Носитель информации о телескопе не обладает. Нужен инженер с телескопа.
он только что проехал. Номер машины. 0203. Замятин его фамилия. Женщина. А что, Агарков? А он сказал, что трупы не оперируют. Доктор, успокойтесь, у него нормальное давление. Я два раза мерила, нормальное. Да? Шейте. Нормальное давление при такой кровопотере? Ну, посмотри сама. Что же они так воют? Зажми. Держи. Что? Дружинные, что? Пожалуйста. Это не у нас. Это на линии. И надолго? А кто его знает? Воскресенье. А им хоть будни, хоть праздник. Саша, я тебе принесла. А имя-то у него есть? Ну какие у кошки имена? Мурка да Муська.
Ну, значит, быть тебе муськой. Мне поговорить с вами нужно. Со мной? Да, с вами. Ну, давай, поговорим. Кстати, товарищ Замятин, здесь посылочка на телескоп. Может быть, захватите? Я и так уж опаздываю. Да тут делов-то всего. Во двор выйти. Ну, ладно. Сейчас я вернусь, мы поговорим. Подожди меня на улице. Куда идти? Туда. В конец коридора. Слушайте, что вы делаете? Это же моя машина. Это к лейтенанту, подойдите. К лейтенанту? Лейтенант, в чем дело? Я не понимаю, что происходит. Это же моя машина. Вот этот. Что с вами? Здесь красивая местность. Да-да, красивая. Вам нехорошо? Представляешь, сколько они уже закопали? Счастливчики. Они еще ничего не знают. Займешься телескопом. Для этого мне понадобится инженер. Его фамилия Замятин. Он уже на ВЦ начал расчеты. Ходит по городу с этой штукой и гипнотизирует. Разве не понятно? Ну хорошо, хорошо, успокойся. Вспомни, ты кому-нибудь еще об этом рассказывал? Нет.
Никому. Только Георгию Степановичу. Он потом вам позвонил. Молодец. Сереж, это ты? Да, это я. Ну что вы на меня так смотрите? Вы мне не верите? Вон Сергея спросите. Он тоже там был. Я ведь тоже. Милиционер из машины даже не выходил. Ее просто отшвырнул. А потом она в себя пришла и к нему в машину села. И они уехали. А дочку свою она бросила. Потом они все собрались на почте и к хлебному фургону стали людей водить. По одному, по двое. И этот прибор, которым они людей отшвыривают, он у них как-то назывался. Я близко не подходил, там слышно плохо было. Не помню точно. То ли передатчик, то ли переносчик. Не помню. Посредник. А, по-моему, посредник. Ну и что ты об этом думаешь, Остапыч? Проводи меня. Да что вы его слушаете? Он же сам там был. Он у них треугольник 6. Остапыч. Как ты, Сереж? Нормально. Только очень холодно. Это хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, что холодно. Я ведь думал, у тебя... Да. Сереж, в соседнем доме врач живет. Сходи. Сообщили? А зачем? Он же сам капитан милиции. Застучите рукав. Как вы думаете, что это такое? Не знаю. Я плохо понимаю в технике. Я хорошо, но я не знаю, что это такое. Это гипнотизер. Это та самая штука. В городе появились люди, которые пользуются вот такими штуками. Они именуют себя углами и треугольниками. Это понятно, да.
Это система подчинения. Это треугольник подчиняется углу, угол линии. Это же элементарно. Вы куда звоните? В милицию? Да, как и вы на моем месте. Не звоните туда. Пожалуйста, не надо. Выслушайте меня, наконец. Вот этим прибором он сбил ребенка с ног. Я был вынужден. Я целился в плечо. Я не хотел этого. Да. Я слышала, вы снайпер. Ну что ж, милиция рядом. Надеюсь, я могу отсюда выйти? Туда нельзя. Они уже полгорода захватили. Роскошно. И вы всему этому верите? Послушайте. А зачем вы мне все это рассказываете? Разворачивай. Давай. Дорога закрыта. Когда откроют? Как только, так сразу. Разворачивай. Давай. За ним. Лейтенант! Спокойно. О! Командир, в чем дело? Машину на обочину. Не понял. Не понял, повторяю. К обочине. Ты что, номера не видишь? Это же зампред исполкома. Лейтенант, в чем дело? К обочине.
Извините, товарищ Благоволин. Я ему что-то говорю, а он ничего не понимает. К обочине. Здравствуйте. А вы... Доктор, а мы не могли ошибиться с вами, решив, что он мертв? Все это значит, доктор. Вот он сейчас встанет. Вы его и спросите. Скажи, Сережа, а у того таксиста, который разбился, тоже был такой прибор? Не знаю, у него или нет, но валялся там такой же. Алло? Алло, Зина? А что с этим таксистом, которого я оперировала? Что, Георгий Степанович? Слава богу, что не убил. Хорошо. Да, я подъеду. Я думаю, вам не следует этого делать. Надо вообще закрыться и никуда не выходить. Не может быть, чтобы мы одни об этом знали. Да, наверное. Успокойся.
Ну, как он? Он рукой вот так вот делает. В больнице еще один воскрес. Я поеду в район. И эту штуку я возьму с собой. Вы поспешите. И в автобусе поаккуратнее. А я на машине. Кстати, сколько полагается за угон? Треугольник 6. Ну что, испугалась? Так ведь это же он. Треугольник 6. Видимо, здесь радиостанция. Роскошно. А они нас могли услышать? Думаю, что нет. Киселев. Кто это? Водитель хлебного фургона. Хорошо. Поезжайте. Надо же, это Паша предатель. Бывает. Нет, Чернов никогда не выдаст. Может быть. Не смог я ей сказать. О чем это ты? Они у нее мужа забрали. А я видел. А может и хорошо, что не сказал. Отвяжи, слышишь? Отвяжи, идиот. Не вырвется. Не вырвется. Сережа, иди. Ключи где-нибудь спрячешь. Иди. Их могут схватить. А ты проскочишь.
Добрый район? Добрый район. Напрасно едете. Все перекрыто. Меня пропустят. У меня больной. Вы доктор, я знаю. Но все равно не пропустят. Доктор, я прот знаю, но мне там не пройти. А на вашем газле проскочим. Доктор! А что, мотоцикл бросите? Черт с ним. У меня инфекционный больной. Да я здоровый лоб, мне что? Садитесь. Неладное что-то творится. Не знаю, как сказать. Так и говорите. Не знаю. Страшно. От всего этого. От указов, от приказов. Этого нельзя. Того нельзя. Телефон отключен, автовокзал не работает. Фактов у меня нет, но я чую. Ну и чутье у вас. Чутье? Будь здоров, доктор. Вот смотрю, и мальчишка у вас не больной. А вы не смотрите. Не сюда надо смотреть. Не сюда. А по сторонам, чтобы уцелеть. Больше не понадобится. Где он? В зале. Ну что? Произошло повреждение носителя. Я стрелял в него. Мне потребовалось время на регенерацию. Посредник. Посредник. Это какой у тебя десант? Третья планета. Ну, раз это у тебя третья планета, то ты знаешь, что полагается за утерю посредника. Передай приметы, пусть ищут. Информация для них. Тут что-то происходит. Дети не подчиняются. Наверное, для определенного возраста
Они непригодны в качестве носителей рулем. Их сознание не принимает мыслящих. Подчиняются те, кто привык подчиняться. Остальные свободны от нашего влияния. К тому же у них авиация и атомное оружие. Включи мне пояс посредника. Во-первых, я знаю их в лицо. А во-вторых, это мой шанс. Хорошо. Но не позднее 19:00. Когда связь с эскадрой? В 20:00 с телескопа будет подан сигнал. В 24:00 высадка основного десанта. Еще один носитель обладает информацией о десанте. Кто? Сергей Беленький. Он имеет доступ к оружию. Это оружие представляет опасность только в одном случае. Если пуля разрушит мозг, все остальное легко регенерируется. Я думаю, вряд ли кто-нибудь из носителей будет стрелять в голову. Тем более, ребенок. Дополнительная информация для линии. Сергей Беленький представляет наивысшую опасность. При возможности подсадки уничтожить. Приметы. Рост 170, волосы русые. Юрий Степанович! Юрий Степанович! Юрий Степанович, Сережа не у вас? Кто это? Это мать Сергея Беленького. Здесь красивая местность. Передай приметы Беленького. Линия на связи. Высшая степень опасности. При невозможности подсадки уничтожить. Сергей Беленький. Одет в кожаную куртку. Что, здесь? Здесь. А не сядем? Если сядем, тогда хоть вплавь. Не смейтесь, доктор. Чего шуток? Извините. Смотрите. Чего это? Он там разлегся. А это черт его знает. Знаешь,
Давай возвращайся. Правильно, доктор. Я не могу тобой рисковать, понимаешь? Угу. Если проедем нормально, я просигналю 3 раза. И ты передай Чернову, что все в порядке. А если что, он сообразит, что делать. Пока. Угу. Где все? Кровь. Да. Что с тобой? Скажи что-нибудь. Ну не молчи, пожалуйста. Молчи. Знаешь, это очень хорошо, что ты пришла. Я думал, я совсем один. Остался. Здоров, ты бегать. Обознался. Обознался. Я думал, ты от всех машин так бегаешь. Нет. Тебя зовут-то как? Женька. Женька. Фамилия твоя Суриков? Молодец. С собой носишь. Тебе сколько лет? Полных. 15. Здесь. Красивая. Видел в приемной? Видел. Посредник возвращен? Возвращен. Нашей заслуги здесь нет. Сам вернулся.
Да. Что там у них еще? ЧП? Ну, соединяй. Благоволен у аппарата. А, здоров, Василий Васильевич. Да вот, на месте. То один пустяк, то другой. Санитарную машину одна дамочка угнала. Что? Ах, она у вас. Слушаю тебя внимательно. Да. Да. Нет, у меня не была. Сразу к вам. Что говорит? Ах, космический гипноз. А летающих тарелок она не видела? Василий Васильевич, давай так. Я кое-что уточню тут и перезвоню тебе. Ваша Замятина добралась. Она не наша. Да плевать на нее. Важно, что появилась дыра. Ведь как-то она туда добралась. Людочка, благоволен. Соедини-ка меня с самим. Алло, Василий Васильевич? Да, это я. Вот тут у меня главврач. Он ответственно заявляет, что Замятина психически больна. А? Отлично. Сейчас, да, обострение. Да еще этот угон, дежурство бросил. Да, я тоже так считаю. Возвращайте ее к нам. Гляди, какой здоровый. А взять нельзя. Он у них дурачок местный. Да еще дети. Да гений. Это же взвоишь. Каждое третье тело нельзя взять. Способ мышления иной. Что с ними будем делать? Лагеря? Зоны? Пусть пасутся. Пока. Ты десант какие твои дела? Подготовим плацдарм, высадятся спецы, получат хорошие тела. Разберутся. Сергей, не смей. Все еще бегаешь? Вы думаете, вас нельзя убить? С такого расстояния голову разнесет вдребезги. А чего ты хочешь? Я хочу, чтобы вы вывели из строя телескоп. Ты слишком мало знаешь о нас. А потому неверно судишь. Наши цели гуманны. Мы несем вам счастье, о котором вы мечтали на протяжении всей вашей истории. Вы не будете болеть. Будете жить по 300 лет. Мы дадим вам бессмертное сознание, лишенное всех земных предрассудков. Любовь. Совесть, добро, гуманность. Что вы считаете целью существования человечества, ровно ничего не стоит. Это атавизм.
мусор в сознании человечества. Вы не способны от него избавиться, а потому идеализируете его. Мне нужно, чтобы вы вывели из строя телескоп. А если я откажусь? Тогда я стреляю. Мы несем вам то, к чему вы сами стремитесь. Мы просто ускоряем этот процесс. Обсерватория. Обсерватория, я угол 11. Я угол 11. Обсерватория. Дай сюда. Только не вздумай включить его. Уходим. Смотри. Здесь еще одна точка зажглась. Не подходи. Что с ним? Мне уже больно. Не подходи. Скажи, а утром на шоссе, когда я разговаривал с лейтенантом, Шар был уже в фургоне? Да. Тогда понятно. Еще до аварии я натолкнулся на хлеб, который кто-то выбросил на дорогу. И никак не мог понять, что заставило человека так поступить. Я ошибся изначально. Это был не человек. Значит, Киселев — существо с другой планеты? Да. С того момента, когда он повстречался с Шаром. То есть как?
Существует такая теория Винера. Ну, хорошо. Представь себе, что нам удалось снять копию с твоего сознания и записать ее на некий кристалл. Потом при помощи вот этого прибора мы можем всадить ее в мозг любого человека и полностью подчинить его. Абсолютная власть. Внешний человек совершенно не изменится, но перестанет существовать как личность. Он станет функционером, носителем чужого сознания. Значит, Чернов, Рубченко, они не виноваты? А что это? Это расчет активного сигнала для передачи в космос. Роскошно. И тут все продумано. Десант высадили именно там, где есть радиотелескоп. Чтобы не таскать с собой аппаратуру. Ладно. Успокоимся. Но самое невероятное, что сделал все эти расчеты я, своими собственными руками. Зачем все это? Что? Сожрать сознание одного другому. Ведь у каждого есть свое сознание. Ну, выдумали они это, я думаю, из самых гуманных побуждений. Например, чтобы победить смерть. Стали спасать стариков, безнадежно больных. Стали прятать копии их сознаний в этот аппаратик. Чтобы потом когда-нибудь найти свободное тело. Что значит свободное тело? Ну, например, тело преступника. Но они... Так могли продолжать поколение 2-3. Возможно, создали касту бессмертных властителей, которые веками кочевали из одного тела в другое. Возможно, что-то иное. Правда, это не могло продолжаться долго. Расширялся круг посвященных. Нарастал запас бессмертных сознаний. Невыносимая обстановка. Друзья, родные ждут тела веками. Вот они и пошли в космос. Мотаются по Вселенной. Чтобы потом найти себе подходящее тело. Гениально просто. Выбрасывает на планету излучатели, начиненные сознаниями. А сознание само подбирает себе тело, идеально адаптированное к местным условиям. Но ведь они говорят, что несут нам счастье. Человека нельзя... Насильно сделать счастливым. Так что, они пришли сюда за нашими телами? Слушай меня внимательно. Забейся в какое-нибудь укромное место. В глаза никому не попадайся. Запомни. Не раньше 19:30 и не позже 19:45 ты должен. Впрочем, я тебе все написал. У тебя часы есть? Нет. Возьми мои. И еще одно. Если увидишь меня, беги. Бойся больше всех остальных. Я все про тебя знаю. Понимаешь? Вот, возьмите. Тяжелый. А ты? У меня есть. Дитя века. Ты хоть покажи, как им пользоваться. Очень просто. Главное, снять предохранители. И совместить прорезь с мушкой.
спасибо. Вам нехорошо? Нет. Все нормально. Доктор, я все понимаю. Я не хочу участвовать в этой истории. Скажите, где вас высадить? Остановитесь здесь. Здесь? Пожалуйста. Я через поле, тут близко. Вы не домой? Нет. Я к мужу. Хорошо. Вадик, останови. За укол сделали. Не обращайте внимания, просто из раствора. Спасибо. Снег уже дворники-то не выключил. Разряд и номер. Угол 11. Проходи. Кто это? Высший разряд, группа первой линии.
Юра, потерпи, потерпи немного. Сейчас пройдет. Тихо, Кена. Тихо, Юра. Тихо. Моя мужчина. Молчи. В чем дело? Дело! Лейтенант! Саша. Что со мной? Ну что? Оклемался? Порядок. Мужики, чего это тут, а? Просто мужик. Спускайся вниз, налево по коридору до конца. Только ни с кем не разговаривай, понял? Понял. Слышь, мужик, ну я запомнил, понял? А зачем тебе оружие? Слушай меня внимательно. Сейчас ты спустишься во двор. На пустыре у входа стоит моя машина. Перегонишь ее к запасному входу. Будешь меня там ждать. Только ни с кем не разговаривай по дороге. Никому не обращайся. Никуда не заходи. Да что случилось? Война, что ли? Война. Война, Юр. Я тебе потом все объясню. Если остановят, говори приказ линии. Запомнил? Повтори. Приказ линии, а ты? Да, еще одно. Ни в коем случае не кури и не улыбайся. Запомнил? Запомнил. Только сделай все так, как я тебя прошу. Хорошо, Саша. Ну ладно, пошли. А ты идти-то сможешь? Смогу. Пока. Пока. Я Омега-337. Я Омега-337. Всем, кто меня слышит. Срочное сообщение. Я Омега-337. Извините, я... Че это у вас здесь такое? Че, война, что ли? Война, война. С кем? Начало передачи. Тугарина стала объектом вторжения из космоса. Повторяю. Тугарина стала объектом вторжения из космоса. Характер агрессии. Полное подчинение людей. Люди, прошедшие обработку, безотчетно действуют в интересах агрессора. Предполагается, что агрессор должен испытывать страх перед физическим уничтожением. Подчеркиваю. Перед физическим уничтожением. Это должно оказаться действенным средством обороны. Повторяю. Я Омега-337. Я Омега-337. Всем, кто меня слышит. Всем, кто меня слышит. Он там, с той стороны!
Как глупо. Здорово он это все придумал. На, прочти. Не хочу. Не хочу, чтобы ты меня боялся. А почему я должен тебя бояться? Потому что, если я не буду ничего знать, то не выдам тебя. Опять машина. Знаешь, дай мне свою куртку. Замерзла? Что? Возьми. Что ты? Осторожно, дорога скользкая. Все будет хорошо. Одного я не понимаю. Почему он застрелился? Почему? Зачем ему надо было стрелять, когда он уже все сделал? И еще. Кто освободил их мыслящих? А может быть, его не обработали? Я его сам на почте брал. Угол. Ищи. Есть еще кто-то. Поэтому он и застрелился. И вот еще что. Этот кто-то должен быть рядом. Прочиши-ка все вокруг телескопа. Поехали.
Смирно! Вольно. Вольно! Поднимаю всю дивизию на крыло. Против кого? Против мирного населения. Поднимаю все огневые. Зачем? Один залп. И от вас там одни головешки останутся. Вы получили приказ? Получил. Ваш страхующий. Старший лейтенант Тарасюк. Полковник Ганин. Снарядите парламентера. Есть. Ну, я вас оставляю. Служба. Желаю удачи от всей души. Спасибо, товарищ генерал. Куда нам? Ну, вон наши вертушки. Разрешите обратиться, товарищ полковник? Обращайтесь. Вы из Москвы прибыли? Угадали. Погода такая же? Нет, тепло, солнце. Везет. Товарищ полковник, а что, действительно откроем огонь? Да. Я сам принимал участие в разработке операции. Но и там наши. Поэтому мы летим. Чтобы не было кровопролития. Это же рехнуться можно. Ну что, пошли? Пошли. Представитель генерального штаба, полковник Ганин. Я уполномочен вручить ультиматум и устно изложить содержание. Вам предлагается в течение 90 минут освободить всех захваченных вами советских граждан и поднять ваши летательные средства по коридору, указанному в ультиматуме. Мы гарантируем вам безопасность прохода. В противном случае будет открыт огонь на уничтожение. Давайте отметим время. Здесь красивая местность. Линия 4. Линия 2. Радиограмма Замятина? Он дал слишком полную информацию. Но сверх того нас засекли на стадии прохода атмосферы. Скверно. Почему время эвакуации совпадает со временем подачи сигнала? Загоняют в щель. За 5 минут до 8
19:55. Они обесточат район. По их мнению, нам ничего не останется, как уйти. А почему? Почему именно 5 минут? Подлетное время. Твои соображения? Во-первых, объявить эвакуацию. Сделать вид, что приняли условия. Во-вторых, пересчитать траекторию. Сигнал подать 19:45. Дать наводку на основные столицы. Москва, Вашингтон. Своим не ударят. Ударят. Еще как ударят. Забейся в какое-нибудь укромное местечко. В глаза никому не попадайся. А к 19:30 выйди к высоковольтной линии. Твоя задача — обесточить телескоп. Не позднее 19:45, но не раньше. Идущий к телескопу, чтобы провод упал на землю. Пожалуйста, стой как можно дальше от мачты и обязательно перпендикулярной линии. Ближе 50 метров не подходи, убьет ток, понимаешь? Ходить после падения провода надо. Бегом. Но не торопись. Следи, чтобы обе ноги на земле не были одновременно. Убьет током. Если придется остановиться, сразу ставь обе ноги вместе, подошва к подошве. Иначе убьет током. Необходимо, потому что электричество пойдет по земле. Две расставленные ноги, два провода. По ним пойдет ток и убьет. Запомни. Полная эвакуация.
Всем углам и разрядам собраться на перископе. Всем углам и разрядам собраться на перископе. Всем углам и разрядам собраться на перископе. Полная эвакуация. Всем углам и разрядам собраться на телескопе. Информация для десанта. Информация для десанта. Всем углам и разрядам собраться на телескопе. Но они ничего не расскажут. Как только мы вынем мыслище, они все забудут. Лежать! Лежать!
Спасибо.